у меня есть очень радостное, очень ответственное поручение от нашего губернатора, от Андрея Юрьевича. Соответственно, молодому ученику через несколько дней буквально вручить вот такой вот подарок. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский нашел окно в своем плотном графике, чтобы лично вручить школьный рюкзак будущей первокласснице Валерии Лопушанской. Ирина Лопушанская одна воспитывает двух дочек, и для нее губернаторская программа помощи в подготовке к школе – хорошее подспорье. Всего же в округе 120 детей получат подарок к 1 сентября. В рамках подготовки к 1 сентября семьям с малым доходом, малоимущим, вот такие, значит, подарки вручаются. Как мы видим, это большое подспорье в семье, потому что все-таки как-то стоит определенных денег, а когда много детей, каждая копейка дорога, и вот люди как бы довольны. В семье Куликовых трое дочек. Старшая Полина в этом году тоже идет в первый класс. Депутат Мария Гаевская и руководитель территориального отдела «Видное Центральной» Светлана Степина пришли к Полине в гости, чтобы также вручить подарки и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья. Учись, старайся, побеждай. Желаю успехов и хорошего настроения. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Держи. Такая красивая открытка тебе на память, спасибо, что тебя поздравил губернатор с предстоящим 1 сентября. С 2021 года в Московской области будущие первоклассники из семей с низким доходом получают в подарок самый главный атрибут ученика. В рюкзаке все, что может понадобиться – тетрадки, ручки и карандаши, пенал и пластилин. Не ожидала, я даже не знала про это. Была удивлена, когда позвонили с администрации. Да, конечно, приятно. И помощь, конечно, потому что мы смотрели цены, как бы тоже с тремя все это ощутимо. Как уверенно себя чувствуешь перед школой? На какие оценки будешь учиться? На какие оценки? На пятерки. То есть уже прям решено? Угу. Всего в Московской области более 3000 детей получат подарок к началу учебного года. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.